Теперь врачи региона будут напрямую сотрудничать с медицинским центром управления делами президента Республики Казахстан. Наши медработники будут обмениваться опытом, оттачивать квалификацию со специалистами, владеющими новейшими инновационными технологиями. Сегодня глава данного центра Алексей Цой и аким области Ербол Карашукеев подписали меморандум и договорились о совместном развитии здравоохранения в регионе. Этот документ имеет большое значение. Благодаря этому соглашению жители смогут получить бесплатную консультацию врачей, получить санаторно-курортное лечение, услуги по медицинской реабилитации и даже лечение тяжелобольных. А врачи смогут посещать этот центр и обмениваться опытом со специалистами. За почти вековой период, более 90 лет, медицинский центр управления делами президента стал флагманом системы здравоохранения. Наша организация имеет стандарты Joint Commission International, ISO, надлежащая аптечная практика, ILAT MRA, что является подтверждением международной компетенции. В составе медицинского центра ведущие клиники республики, больницы управления делами президента с уникальным центром ядерной медицины в Астане, центральная клиническая больница в городе Алматы, а также всем известный лечебно-оздоровительный комплекс ОЖПС, обладатель сертификата качества ЕРОСПА. Медицинский центр, наряду с проведением образовательных, научных, санитарно-эпидемиологических исследований, реализует проекты по внедрению новых подходов в сфере здравоохранения. В рамках сегодняшнего меморандума будет разработана совместная дорожная карта. Мы в области планируем завершить строительство 18 объектов медицинских. На сегодняшний день мы уже ввели в эксплуатацию 5 объектов здравоохранения. И в результате ожидается уровень износа организации здравоохранения, он снизится с 52% до 36%. Показатели неплохие. На укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения в 2023 году из бюджета выделено 3,4 миллиарда. Ведущие специалисты медицинского центра управления делами президента и подведомственных организаций, которые уже 5 дней находятся в Жамбылской области, провели мастер-классы для врачей области и приняли участие в проведении сложных операций. Даны жителям бесплатные консультации. Мы проводим сложные операции. Отмечу, что наши врачи повышают свою квалификацию и участвуют в семинарах. Члены делегации также встретились с сотрудниками областного онкологического центра и ознакомили их со стратегическими планами. Валихан Талгатов, Ильдар Гизатуллин, Аягос Леухан Кызы, Галымжан Есенбаев, Айкын Акпарат.